Такое случается нечасто, но празднование Международного женского дня в 2019 году совпадает с закрытием Масленицы. С 8 по 10 марта в Чебоксарах на разных площадках пройдет множество мероприятий. Одним из самых массовых и зрелищных обещает быть закрытие Масленичной недели. Самые масштабные мероприятия пройдут в парке культуры и отдыха «Лакреевский лес», детском парке имени Николаева, этнокомплексе «Амазония». Проводить зиму можно будет и в Бауманском лесу. Помимо традиционных масленичных забав, жители смогут посоревноваться в перетягивании каната, играх на меткость и ловкость. Давай! После азартных спортивных мероприятий здесь же можно будет отведать уху и шашлыки. В этом году закрывать Масленицу в Амазоне будут в национальных традициях с весенним хороводом, народными играми, в сопровождении героев чувашских сказок, детскими мастер-классами по плетению чувашской руны солнца. Кроме того, гостей ждет множество развлечений, локаций, народных забав, выступления творческих коллективов и артистов, конкурс частушек, перетанцовки и кидание валенок. И, кстати, здесь же сожгут самое большое чучело –